Одно управление хорошо, а два лучше. Судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд. Инспекторы дорожной полиции останавливали автомобилистов-нарушителей около автовокзала. Приставы по своей базе проверяли водителей на предмет долгов. Сюда входили неоплаченные штрафы, алименты, коммунальные платежи и кредиты. На месте удалось взыскать 51 тысячу рублей. Кроме того, приставы наложили арест на 3 мобильных телефона и 1 автомагнитолу. Эффективность рейда налицо. Кроме того, сработало сарафанное радио. В управлении еще активнее стали являться граждане, готовые платить долги. Видимо, многих не привлекла перспектива остаться без мобильного во время очередной поездки по городу.